Здравствуйте! Сегодня 4 сентября 2018 года. Хочу показать вам сорт Golden Raiders или Golden Rangers на М26, который есть в моем саду. Вот такие яблочки. Сверху крупненькие, хорошие. Снизу помельче, плохая нормировка была урожая. Пожалел, мало сорвал. И они, конечно, снизу мельче. Но ничего страшного. Подвой М26. Вот дальше идут деревья. Нормальные экземпляры. Вот эти ранки коричневые. Как я говорил, после града. В мае был град. Но все зажило, конечно. Но есть такие коричневые пятнышки. На вкус не влияет, конечно. Но на внешний вид влияет, конечно. Оно уже сладкое, почти поспело яблоко. Уже скоро будем снимать его с дерева. Такой Golden Raiders или Rangers на подвое М26. Где нормировку провел хорошо, там одно яблочко. Они крупные, хорошие. А где не провел, куча мелких. Куча мелких. Че, в следующем году будем делать выводы. О, гнилое одно, надо убрать. Будем делать выводы и хорошо нормировать буду яблоки, не жалея. Это влияет на качество товара.
Какие красивые. Шикарные. Ладно, спасибо за внимание, до свидания.